Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы научимся играть знаменитую партию из песни группы Muse «Hysteria». Легендарная, мучащая умы и не дающая спать многим бас-гитаристам в этом мире, будоражащая сердца и всем известная супер-пупер партия. Мы сегодня научимся ее играть и посмотрим не только основной риф, но и вторую часть и все основные фишки. Более того, мы не только затронем эту партию басовую, но и поговорим о основных чертах игры бас-гитариста группы Muse Криса Уолстенхолма. Наверное, я ошибся, сложно нереально выговорить, но пусть будет так. В общем, Криса. Разберем его основные философские музыкальные черты его игры, чем он, так скажем, крут, в чем его основные козыря, которыми он бьет все вокруг, и в чем его сила, так скажем. Мы это сегодня затронем, философию бас-гитариста группы Muse. Присаживайтесь удобнее, берите в руку инструмент, берите в руку чаек, начинаем. Данная музыкальная композиция находится на альбоме под названием Absolution, это начало нулевых годов. В то время группа Muse была под влиянием тяжелого рока 90-х. Что нужно знать для того, чтобы начать понимать музыку этой группы? Во-первых, это англичане. Во-вторых, это группа стадионов. Группа больших залов, стадионов, миллион плюс человек. Это группа с массивным звучанием. Для того, чтобы получать это массивное звучание в трио, это три инструмента всего, необходима сила магии, сила глубокого искусства. И здесь бас-гитарист Крис использует магию в виде педалей. У него огромное количество всяких разных эффектов. Педалборы постоянно меняются, миллион педалей. И за счет этого он получает мощный саунд. И песня «Hysteria», она прям как срез, как вот в ней понятен вся философия его игры. Это несложная партия, абсолютно там нет никаких технических там синкопов, каких-то мертвых нот, какого-то слэпа, там тэппинга, каких-то супер-пупер там наворотов. Это простая партия, играется ровными 16 нотами, но при этом она звучит очень мощно. За счет того, что она сыграна с фузом, здесь с таким мощным на грани дисторшена. И это создает мощный саунд, который даже там не обязательно даже гитару-то использовать, а уже с барабанами это звучит очень круто и внушительно. Бас-гитариста группы Muse можно смело назвать мастером педалей, мастером эффектов, у него их много, педалбор меняется с альбома в альбом, он к этому довольно тщательно относится, неспроста, потому что группа этого требует. Нужен мощный саунд, интересный, в составе трех инструментов, то есть это всего три инструмента, но при помощи этих трех инструментов мы должны дать невероятное количество разных красок, песня должна звучать по-разному, это должно быть мощно и внушительно. И в этом плане здесь все нормально. Крис никогда не играл сложных партий, и этот эффект крутого звучания, он компенсируется как раз-таки этими самыми эффектами во многом, и это звучит круто. Если мы снимем эти эффекты и разберем просто чистый бас, то мы увидим, что это обычное движение октав, пентатоника, ничего сложного, игра тоник. И как раз таки я могу порекомендовать такие партии вообще группу Muse новичкам как раз до 2 лет, которые играют, только начинают. Это отличный плюс к репертуару. Там есть не только этот риф, еще есть как эта песня, она как-то так начинается. Я помню, что она начинается с кварт, вот так вот. Напишите в комментариях, как эта песня называется, я не помню. Но когда я был новичком, первые 2 года я разбирал вот эти партии, они реально мне в то время прибавляли интерес к инструменту, и мне нравилась группа Muse, и я выучил много песен. Сейчас я возвращаюсь к этому опять. Вспоминаю и, так скажем, ностальгирую в какой-то степени. Итак, начинаем разбор этого великого произведения группы Muse «Hysteria». Для того, чтобы сыграть эту песню, нам нужно для начала научиться играть открытые ноты, потому что песня начинается с открытой ноты ля. Она находится третья. Раз, два, три. Вот. Извлекли, научились. Дальше у нас первая позиция. Второй палец и четвертый палец. Я играю так. Можно по-разному играть, здесь каждому что нравится. Но я играю так, две позиции у нас. На одну струну по две позиции, ну, в данном случае. Значит, у нас 10-й лад и 12-й лад, это соль и ля. Я не играю здесь хаммер, это важно, потому что это другой штрих. Здесь нужна нота, если она написана 16-я, она играется даташе, то есть ровно свою длительность, без всяких хаммеров и так далее. И звучит хаммер будет по-другому, не будет такой плотности. Поэтому мы извлекаем каждую 16-ю ноту. Для того, чтобы почувствовать каждую ноту, нужно в голове посчитать на один удар метронома 4 удара, 4 ноты. Та-т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 а. Раз-два раза. Можно подробить на две. Раз-два раза, чтобы было удобно. Можно начать с этого. Чтобы играть ровнее, можно подтанцовывать, телом помогать. Но это другая тема. Значит, первая фраза. Вот таким образом. Две позиции. Первая позиция. Вторая позиция. Вторая позиция начинается с ноты ми. Это 7-й лад. Третий палец. Через открытую. Да, вот.
Мы постоянно играем через открытую ноту. Мы играем, так скажем, нота рифа, основную тему мелодия какая-то ведется, такая примитивненькая, но все равно за душу берет. И мы играем всегда через открытую ноту. Первый аккорд ля, первая фраза. Фраза номер два. Аккорд меняется на аккорд ми. Для того, чтобы извлечь открытую струну ми, нужно отсчитать четвертую струну. Раз, два, три, четыре. Вот она. Это струна ми. И аккорд ми будет здесь обыгрываться в данном случае. Также через открытую ми играем такую фразу. Забываем про то, что нужно извлекать эту открытую ми. Тут все проще гораздо, потому что одна позиция, правда две струны, но одна позиция. Это была вторая фраза, переходим к третьей. Для того, чтобы сыграть третью фразу данного рифа, нужно научиться играть открытую струну ре. Она находится второй струной. Отсчитываем. Первая, вторая. Вот, сыграли, научились. Дальше у нас идет фраза. Вторым пальцем берем нота до, вот она. Это десятый лад. Играем такую фразу. Сначала все это начинается с двух шестнадцатых, открытая ре. Здесь две позиции. Я так играю. Мне кажется, что это правильно. Первая позиция. Здесь меняем позицию. Таким образом. Здесь очень важно, если вы смотрите давно мои ролики, то вы знаете, что самые главные ноты в рифе, в любой линии, это первые две ноты. Я говорил как-то, что в них заложено очень много информации. Это темп, например, песня, стиль даже в некотором случае. И это вас направляет в правильные, на правильные рельсы. Если вы неправильно сыграете две ноты первые, то дальше у вас начнется, вы поплывете по темпу и так далее. То есть первое, важно сыграть первые две шестнадцатые ровно. И старайтесь играть плавно, не нужно здесь играть стаккато, вот таким образом. Тут чистое деташе, нота звучит ровно столько, сколько она написана, не надо никаких там таких вот резких. То есть плавное, плавное звукоизвлечение и обязательно с метрономом. И в конце, последняя фраза, это мы возвращаемся в тот же самую первую фразу с открытой струной ля. Вот мы уже научились ее извлекать. То есть последняя фраза, первая, она как первая, как четвертая, и опять идет по зацикливанию. Риф начинает зацикливаться. Вот так вот, такие, такие вот дела. Вторая часть, часть Б, условно назовем ее припевом, здесь мы играем другие аккорды, и они не связаны с открытыми нотами, но они продолжают ту же идейную мысль, ту же мелодическую, ну не мелодическую, окей, это я преувеличу, они художественно держат ту же нить, что и была в начале, так как у нас мы начинаем с аккорда до, до у нас нет открытой, поэтому Крису пришлось немножко что-то придумать для того, чтобы сохранить вот эту стену звука, мощное звучание, хотя при его количестве эффекта это не так сложно, его эффектов. И он придумал такой риф. Значит, мы обыграем сначала до. Вот такой риф. Здесь октавное движение, пентатоника. Октава, пентатоника. Дальше у нас, значит, аккорд. Мы таким образом абсолютно зеркально, ничего не меняется. Здесь аккорды обыгрываются абсолютно зеркальной схемой, абсолютно теми же интервалами. Поэтому звучит все довольно слитно и прикольно. Значит, первый у нас до. Дальше соль. То же самое. Ре. И опять до. Такая вертушка у нас. До, соль, ре и ля. В конце, да? Ля. То есть после ре у нас ля. Все правильно. И дальше опять до. Такая вот тема. Можно играть двумя способами. Например, можно играть так, как я играю. Я не указательный палец не снимаю. Можно играть так. Как бы такое баре. Указательным пальцем еще извлекать, например, и вот ноту на первой струне. Но мне удобнее так. То есть извлекать вторым пальцем. Но вы можете попробовать, я не знаю, как у вас там физиология, руки и так далее. Кому-то может по-другому быть удобно. Это не значит, что это плохо. Это просто мое видение, я так играю.
может быть по-другому, пожалуйста. Значит, мы сыграли первый раз эту вертушку до, соль, ре, ля. И второй раз мы также играем, но в конце вместо ноты ля мы переходим во фразу из основного рифа с открытыми. То есть мы сыграли... И опять возвращаемся в main riff. Также в этой песне присутствует любопытный бридж, который играется на аккорде ми с открытой ми. Играется таким образом. Как будто мы взяли пластинку какую-то виниловую или кассету и зарепитили какую-то часть песни и сделали из этого бридж. Звучит прикольно. По-моему, это перед соло, перед какой-то там C-частью. В общем, интересное решение в данном случае. Вот, собственно, и все. Вся партия, ничего сложного. Я могу посоветовать вам играть ее под метроном в небольшом темпе, если вы новичок. Ну и даже если не новичок, это очень полезно вернуть, так скажем, 16-е на место, поработать с синхронизацией рук и так далее. 16 ноты для этого очень хорошо подойдут, и это будет очень полезно. Новичкам рекомендую вообще эту группу послушать, поиграть. Она довольно интересная, не попортит точно ваш вкус, может даже разовьет его. Много интересных партий, они несложные, как я еще раз повторюсь, как я говорил, во многом достигается это прикольное звучание за счет количества... большого количества педалей. Если вы хотите, допустим, какой-то аналогичный звук добиться в своих записях, то могу порекомендовать педальки, например, Big Muff от Electro Harmonix или тот же Boss, Bass Overdrive, желтенький такой, вот эти педальки, с ними можно поработать. И они как-то приблизят ваше звучание к такому вот звуку, фузовому звуку. В общем, интересно, посмотрите, если интересно, опять же. Вот. На этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем, как говорится, вдохновения, хорошего настроения, любви, доброты, всяческих благ, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь, комментируйте. Я, может быть, сделаю, постараюсь почаще делать такие видео с разборами каких-то там великих рифов, каких-то интересных партий. Пишите в комментариях, кстати. Посмотрю, что-нибудь разберу обязательно из того, что вы напишете. Все, еще раз всем спасибо. Всем пока.